В Дагестан прибыла очередная партия оборудования для дезинфекции от Сулеймана Керимова. Товар получен в рамках гуманитарной миссии сенатора, направленной на профилактику инфекции и защиту от распространения коронавируса. Дезинфекционные рамки уже установлены и функционируют в местах большого скопления населения. Сам процесс дезинфекции проходит бесконтактно и занимает не более 2-3 секунд. А дезинфицирующая жидкость, используемая, она гипоаллергенна и не представляет никакой угрозы для здоровья граждан. Конструкция включает в себя датчик обнаружения человека. Когда он срабатывает, автоматически распыляется дезинфицирующее вещество. Кроме того, оборудование состоит из сигнальной лампы и ультразвуковой системы распыления, которая помогает продезинфицировать все тело с помощью специального раствора. Средство, которое используется в рамке, было разработано, испытано и признано безопасным для человека. От лица всех пассажиров, от коллектива вокзального комплекса «Дербент» и от себя лично хочется объявить благодарность и поблагодарить Хизри Магомедовича вместе с Сулейманом Абусаидовичем за оказанную помощь. Это огромная помощь нам в качестве обслуживания пассажиров, в качестве дезинфекции. Спасибо вам большое. Процедура не занимает много времени, а дезинфекционная камера способна постоянно обслуживать большое количество людей. 3 такие рамки уже прибыли в Дербент. Они установлены у входа в здание железнодорожного вокзала и в фойе Лезгинского театра. 4 камеры направлены в аэропорт Махачкалы и по одной в мэрию дагестанской столицы и в здание администрации главы и правительства. Только что прошел через новый установленный аппарат. Он очень удобен в том плане, что сразу проводят термометрию, фотографируют и буквально за 7-8 секунд, проходя через устройство, где еще пар пускают и дезинфицируют, можно уже попасть на работу. Хочу сказать, что там ни вода не обрызгивается, там пар, ушло на это всего секунд 5, температуру померили. Вот. Кстати, многие наши работники переживали, что вот мы все будем мокрые. Нет, абсолютно, ни на что не влияет.